На дорогах Одинцовского округа с 5 по 11 апреля проводится профилактический рейд «Нетрезвый водитель», направленный на снижение количества и тяжести последствий ДТП, произошедших по вине пьяных водителей. Напомним, в соответствии с административным законодательством, водителю, управляющему транспортным средством в состоянии опьянения, грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.